Друзья, всем привет! Может быть, вам покажется, что я повторяюсь, но снова тема про насадку. Вот видите, шуруповерт сейчас, насадка, и я ее нацелил на крепеж шкафа. Разбираю шкаф, который сейчас поедет к владельцу. Его купили, здоровенный шкаф, лежит сейчас на полу. И насадка вот эта вот угловая уже другая. В прошлый раз я рассказывал про эту, но она приказала долго жить по закону подлости. Но хорошая, она прожила у меня 4 года в постоянной работе. Или даже она не умерла, я ее, наверное, починю, даже видео покажу. Я знаю, как она разбирается. То есть не вот это снимается, а вот здесь вот стопорное кольцо, и вытаскивается вот эта вся требуха. И просто там надо почистить. Что-то попало, она подклинивает. Ну, какая-то крошечка там, наверное, завалялась. Вот эта насадка бомбическая. Но у меня есть еще другая насадка, вот такая вот. Она ровно 90 градусов по сравнению вот с этой. Вот, вот это немножко вот так вот идет. Вот этот вариант, мне кажется, удобнее, чем 90-градусный, потому что я его вот так вот не могу со стороны открутить, только вдоль. Ну, вот чуть-чуть могу, конечно, сыграть в люфте шестигранника или биты вот здесь вот. И вот смотрите, вот эти расстояния, вот шуруповерт не влезет. Сейчас покажу. Вот, смотрите, видите, я не могу его развернуть, этот шуруповерт. Даже если я сниму вот эту насадку, вот шуруповерт сюда, ну, втиснется, вот здесь шестигранник установлен, не могу развернуть. Естественно, пригодится вот такая насадка, вот угловая, вообще угловые насадки. В данном случае это угловая насадка Декстер, она же Вольфкрафт, она же Ято, в Ютубе где-то видел, да, разные названия от этого производителя китайского. Но разработка нифига не китайская, потому что и вообще у китайцев нет своих разработок, они просто изготовители всего того, что придумывает инженерия на западном рынке. И как фабрика просто изготавливает это. Ну и вот, друзья, такой вариант. Вот видите, шуруповерт вот так вот можно насадить. Даже одной рукой можно это все выкрутить. Вот я сейчас прицелил насадку на конфирмат, на крепеж. И вот смотрите, как это выглядит в работе. Одной рукой, кстати, можно все это делать. Вот, видите, насадил, и одной рукой можно выкручивать. Вот такое удобство. Так что не пренебрегайте вот этими насадками. В работе, как на войне, инструмента много не бывает, как и патронов. Всем удачи, всем пока, подписывайтесь.